Здравствуйте, Елена. Скажите, как можно проработать энергию разрушения? У моего отца было такое, что он что-то делал, появлялись хорошие результаты, а потом в один миг все спускал. У меня тоже есть такое, если что-то начинает налаживаться внутри, как будто кто-то подстегивает, догоряно все огнем, и, конечно же, все идет под гору. Это, конечно, блоки, страхи прошлых неудач, но почему все хочется разрушить, что так кропотливо строилось? Здесь я обещала Марине посмотреть, что это за сценарий. Мне, если мы рассматриваем с точки зрения Таро, здесь проигрывается сценарий аркана смерти. Это характерная черта, когда человек живет... Вам не слышно, да? У меня окно открыто сзади, вам ничего не мешает, что вот там шум машин бывает иногда? Я так переживаю всегда, что, может быть, отвлекает. Вот, но не всегда такие шумы. А по аркану смерти я посмотрела сценарии, есть такое. То есть, как правило, люди по аркану смерти, они живут новизной. И поэтому, с одной стороны, вот сам процесс, да, их больше увлекает. Вот что-то ты строишь, до чего-то ты доходишь, до какой-то финишной прямой, да. А потом уже, когда получил какой-то результат, ты не умеешь наслаждаться, с одной стороны, этим результатом, да. Ты сразу разрушаешь это и хочешь построить что-то другое, потому что акцент больше идет на сам процесс, нежели на результат. И вот характерная черта людей по аркану смерти – это, например, когда человек приходит на новую работу, то есть он долгое время ее искал, пришел, устроился, значит, пришел там два дня поработал, на третий день приходит, смотрит так свой офис по сторонам и говорит: неужели здесь я проработаю всю свою оставшуюся жизнь? И увольняется. Начинает искать другую работу. То есть именно вот это вот разрушение и неумение наслаждаться своим результатом. Это вот прям очень характерно людям, родившимся 13 числа по аркану смерти. Потому что вот все, что новое, для них важно. И поэтому вот это вот разрушение. С одной стороны, это хорошо, потому что люди, они не привязываются к чему-то, либо к кому-то, и просто и легко расстаются, тем более с прошлым. А с другой стороны, этим людям очень сложно будет выстраивать какие-то такие межличностные отношения, да, то есть привязываться к кому-то. Им нужен будет человек такой, который будет постоянно помогать им и обновлять отношения, заново перерождаться, да, то есть легкий такой, потому что по аркану смерти люди легкие. Они чем-то напоминают людей, рожденного 3 числа по аркану императрицы, вот своим удовольствием, да, наслаждением жизни. Но вот с другой стороны, вот этот вот формат разрушение, он будет присутствовать. Здесь опять-таки нужно просто посмотреть, что именно здесь за сценарий. Но я так, знаете, интуитивно, мне кажется, что просто человек не научили человека наслаждаться какими-то своими результатами. То есть вот именно достижение чего-то, в этом находит человек смысл. Не в самом результате, когда он получил желаемое и наслаждается. Потому что вот это вот получение наслаждения, оно тоже приравнивается к смерти, потому что завершение. То есть пока я иду, пока я что-то создаю, я нахожусь в процессе. То есть я, по сути, живу. Когда я прихожу к результату какому-то, это конец, это смерть, да? И поэтому я ее и не принимаю. То есть мне проще... То есть остался там полшага до завершения, я это все разрушу и начну строить заново. То есть таким образом я чувствую себя живым, по-настоящему живым, потому что иначе я буду ощущать ну, вот, приближение к смерти.
Да, вот им постоянно нужен вот этот вот огонек, поэтому они достаточно такие поверхностные по жизни и сильно не углубляются. Ну вот такой пока, Марина, я увидела сценарий, хотя здесь можно разбираться.